Вот, наконец-то, и сама вживую могу посмотреть эту новую коллекцию. И вам также показать, к сожалению, сводчи могу сделать вот только на два эти оттенка, точнее, на три вот этот тоже. Ну, тут какой сводч можно сделать, да? Это просто такая, знаете, как кремово-гелевая текстура продукта. Вот. Значит, я вчера, когда была в ДМ, сделала сводчи вот на эти два оттенка и сразу поняла, что хочу эти тени себе приобрести, потому что шикарная пигментация, конечно. И мне упаковка очень понравилась. Вблизи она еще красивее смотрится. И ведь эти, вот эти вот кофе, блин, забываю, кофейные зерна, они немножко выпуклые. Вот такая вот красота. Да, по стоимости 6,95 €. Это стоит палеточка. Сейчас открою и вам покажу. Вот, смотрите, какие классные цвета. Просто. А пигментация сейчас, вы удивитесь. Потому что я посмотрела пару обзоров, и как-то там сводчи делали не очень. Я подумала, что мне нафиг такая палетка не нужна. Показалось, что тени не очень пигментированы. На самом деле, когда я сама сводчи сделала, я люблю такие, знаете, хорошие... жирные сводчи делать. Смотрите, я просто вот так вот, как бы пальчиком надавила, и все. А вот этот шиммер просто невероятно мягкий, просто. Смотрите, какая прелесть. Вот. И вот они, сводчи. Всего два оттенка, но тем не менее, понимаете, да, какая пигментация. И вчера я, кстати, уже приобрела эту палеточку, поэтому будем с вами ее тестировать. Но просто обалдеть. Очень классная пигментация. Потом хайлайтер. Жалко, нет сводчи сделать, чтобы на этот хайлайтер. И еще я разочаровалась. Я просто думала, что эти кофейные зерна, они чуть-чуть прикреплены между собой. Вот, они нет. Они как получаются рассыпчатые шарики. Как у Avon, Oriflame шариковые, румяна там, да, пудры есть всякие. Как-то меня это сразу не очень привлекло. Хотя, с другой стороны, красиво. Красиво, как кофейные зерна. Покупать я хайлайтер не буду. Так. Хайлайтер стоит 3,75 €. Вот такая вот кисточка. 3,25 €. Про кисточку тоже, наверное, буду думать. Потом... вот этот вот продукт для глаз, крем для глаз, как Under Eye Energy Treatment называется. Потом скраб для губ. Это у нас Coffee to Glow Body and Mind для лица и для тела спрей, тоже с кофеином. Я уже забыла, что они там содержали в себе. Ну и это у нас скраб для лица. Такой вот порошок, который, соприкасаясь с водичкой, видимо, как-то нужно перемешивать, и получается такой скраб интересный. Так, вот и вся коллекция, девочки. Так что ждите сводчи полные на эту палетку. Я сегодня, кстати, приду домой и покажу вам сводчи на нее полностью, а потом мы уже с вами будем в отдельном видео делать макияж с ней. И я еще не ухожу, смотрите, коллекция от BH Cosmetics, вот это вот связанное с Хэллоуином. Представляете, здесь уже представлены три палеточки в зеленой гамме. Прелесть. Я вчера пару сводчи сделала, но быстро-быстро так, в такой вот розовато-сиреневой гамме и в такой ярко-оранжевой. Давайте мы сделаем парочку сводчей в зеленой гамме. Ну, короче, по чуть-чуть я буду набирать или все показать вам. Давайте попробуем, если у меня по времени получится. Сделаю все сводчи. Так. По стоимости 15,95 €. Вот сводчи на первую палетку. Девочки, это просто огонь. Три матовых всего оттенка и остальные все шиммеры. Вы посмотрите на матовые, какие они классные. А шиммеры смеркают. Обалденно просто. И вот этот я специально сделала по отдельности, видите, и большой сводчик. А потому что этот оттенок мне очень напоминает из палетки Blood Money от Jeffree Star. Вот этот вот салатовым цветом, когда я вам делала макияж с этой палеткой Blood Money. Просто это что-то. Посмотрите на искусственное освещение, как будут ярко сиять эти цвета. Я в шоке. А матовые? Ух ты, девочки, вообще.
вообще красота, конечно. Давайте скорее делать уже на другие палетки. Случай. Начну, наверное, я с этой, просто если у меня по времени получится. Хочется показать все, конечно, вам. Но... Девочки, я просто в шоке от этих палеток. Посмотрите. И у них концепции, значит, три матовых, и остальные все шиммеры. Шиммеры невероятно классные. Они мне по качеству напоминают из палетки. Как она называлась? После Нового года она выпустила, я вам еще про нее не раз рассказывала. Крутая палетка, я вам фотографию вставлю. И недавно я рассказывала в мире новой косметики, не знаю, которую видео раньше, вы это со сводчем или мир новой косметики, покупки, антипокупки, короче, не могу сказать. Но шиммеры шикарные, смотрите. Матовые, матовые, просто огонь. Куда мне? У меня даже камера говорит, не фокусируясь на такую яркость. Просто обалдеть, девочки. Готовы смотреть на эти шиммеры вечно. Боже. И матовые шикарные, шикарные. Короче, шок, девочки. Просто один шок. Это вот сиреневая такая розовая палетка. Night's Hate называется. Смотрите. Посмотрите вы на эту красоту. Для любителей сиреневых оттенков. А этот вот такой немножко туахром, сказал бы, который переливается из сиреневого. Розоватый, такой жемчужный, интересный оттенок. Ну как интересный, в принципе, не особо прям супер интересный, но тем не менее яркость на высоте, девочки. Это мега палетки. Действительно удивили. Удивили меня эти тени. А там, мне кажется, их больше. Здесь просто представлены их три. Вот точно не могу сказать. В коллекции появилась палетка хайлайтеров за 12,95. Сделала сводчи, но у меня руки уже, смотрите, все в сводчах. Вот. Четыре цвета. И они содержат в себе блестки. Эти хайлайтеры. Вот они. Прикольно. Прикольные, но хайлайтеры мне не нужны. Также появилась вот эта коллекция, которую мы разговаривали с вами в одних из видео «Мир новой косметики». Покупки и антипокупки. Вот такая вот палеточка в розовой гамме. И... Ой. Палетка открывается ужасно тяжело, конечно. Еле-еле открыла. Хотела просто вам показать. Внутри сводчи сейчас делать не буду. Все, девочки, нужно бежать. Нужно бежать. Ну, подешевле как-то выглядит эта упаковка даже. Не знаю, вот это мне намного больше понравилось. Говорю же, опять-таки сводчи не делала, но... Не знаю, как будто это как детская игрушка, не знаю, детские тени. Вот. Все, побежала я. Итак, мне моя сестренка уже давно хотела подарить зеркало Джеффри Стар. И вот когда она меня спросила, какое зеркало я хочу, я сразу же сказала, что однозначно из новой коллекции, потому что эти зеркала, мне кажется, более удобные, они широкие. Ну, короче, вид будет хороший при создании макияжа. А вот эти вот звездочки, конечно, они тоже хорошие, наверное, но тем не менее, вот это мне больше понравилось. И также я ей дала выбор, какой оттенок она закажет, тем я и буду рада, потому что я сама не могла выбрать, какой цвет хочу. И такое, знаете, сюрприз был. Она выбрала оранжевое зеркало. Давайте сейчас откроем. Так. Ой. Больше почему? Смотрите, я не могу открыть. Неправильно открываю, потому что здесь надо было сначала... И вот оно, это чудо, боже, какое классное зеркало. Мне нравится то, что оно матовое, не будет отсвечивать, когда им будут создавать макияжи, какие-то макияжи показывать. И вот само зеркальце, привет-привет. Такая красота, девочки, просто. Очень хороший вид, ну, то есть зеркало качественное, конечно же. Ну, даже не сомневалась, что показывать будет очень хорошо. Все, что хотите, не хотите, будет видно в этом зеркале. Спасибо, сестренке, еще раз большое. Ну, конечно, я ей уже 100 раз отблагодарила за такой чудеснейший подарок. Теперь мне только остается купить палеточку и наслаждаться этими прекрасными продуктами. Вот. Это первое. И сейчас мы с вами... Смотрите, как я открыла. Все порвала. И следующее... Я купила, как вы уже поняли, палеточку от Essence.
Coffee at the Glow. Смотрите, какая прелесть, какая прелесть. Я, когда смотрела обзоры на эту палетку и смотрела свотчи, мне абсолютно она не понравилась по свотчам, но когда я сама сделала свотчи, вы сами видели, там только два цвета я могла вам просвотчить именно в магазине, то я поняла, что палетку эту однозначно куплю, тем более вживую она намного красивее смотрится. Так. И вот все оттенки, смотрите, они нейтральные, кофейные. Супер. Сейчас сделаю свотчи и покажу вам, как они выглядят. Красота просто, нет слов. Итак, вот они свотчи. Значит, вот эти четыре оттенка. Первые — это верхний ряд, слева направо. Вот они. Так, наверное, буду показывать. Посмотрите, какая шикарная пигментация. Очень гладко тени ложатся, мне кажется, качество будет хорошее, я очень надеюсь на это. И вот нижний ряд. Красота, просто красота, очень обалденные. Смотрите, поближе покажу вам. Очень рада, я, наверное, сегодня еще пока не буду делать макияж с этой палеткой. Сегодня хочется отдохнуть, не знаю, получится какие-то видео снимать или нет. Достаточно много отснятого материала было. И приходилось мне выкладывать несколько видео подряд. Надеюсь, вы не устанете от меня. Ну, как есть, так есть. Иногда бывает побольше видео, иногда бывает поменьше. Так что так. Ну все, девочки, я на этом блог буду заканчивать. Пишите, хотите ли вы эту палетку тоже себе приобрести. Или, возможно, кто-то уже купил. И вот это вот чудо, видите, там как кофейные зерна в геле получается. Вот.